Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо. Я думаю, вот мы сегодня как-то так по-домашнему, скромно попытаемся прикоснуться к чему-то прекрасному. Например, к музыке, к звукам. Так что не стесняйтесь, поддерживайте нас. Если понравится, хлопайте. Если очень понравится, громко хлопайте, топайте. И первое наше произведение называется «Чилим». Песня про земляной орех. Thank you.
Спасибо большое. Я хочу представить всех нас, барабаны Петр Ившин. Бас-гитара – это Александр Бакунин. Ну и Армен Мирабов за черно-белым набором. Спасибо. Ну как песня про орех?
Отлично, весело. Тогда мы сыграем композицию, которая называется «Так просто». Просто так. Просто так композиция. So easy. Thank you.
Все. Спасибо. Композиция, правда, называется «So Easy». Так просто. Еще раз Петр Ившев, Александр Бакунин. Вот наше такое трио. Музыка вся авторская. Так что сегодня, наверное, не будет эвергринов. Всем любимых джазовых стандартов. И следующая композиция называется... Композиция про... про приход. Ну, кто не знает, расскажу. Про приход моего... Приход моего папы как-то домой ко мне. Он так ярко, видно, пришел. Я так уже не помню, почему так получилось. Но так вышло. И как-то он так ярко зашел домой, что у меня после его прихода родилась следующая композиция, которая так и называется. «Папа пришел». Thank you.
Спасибо. Песня, да, песня про папу, как он пришел к нам домой. А следующая композиция, давайте перенесемся в какие-нибудь приятные потоки рек. Следующая композиция называется «Течение реки». Но, наверное, это не только река водная, наверное, это скорее река времен каких-нибудь. Также течение реки.
Было течение реки. Сейчас мы приведем инструменты в надлежащее настроение. И после такого течения неспешного реки мы сыграем композицию, которая называется «Счастливчик».
еще раз Петр Ившин. И наше такое вот трио авторской музыки, которую мы придумали, написали сами. Ну, конечно, не сами, там что-то нам сверху поделились. Ну, хорошо. Следующая композиция называется «Дочкин сон». И посвящена она, ну, наверное, сну моей дочери. Или ей вообще в жизни. Thank you.
Ничего, не спите, нормально. Ну хорошо. Мы тогда сыграем бодрую композицию, которая называется «Самба жизни». Thank you.
Петр Ившин. Александр Бакунин и Арман Киноман. Следующая композиция называется «Баллада любви». И на нее уже существует текст, который написала моя супруга. Но изначально эта композиция была инструментальная, так мы ее и изначально играли. Но потом она очень приглянулась как-то моей жене, и она написала текст. И теперь мы это произведение исполняем в концертах, как вокальное произведение. Ну а мы будем его играть в изначальном инструментальном варианте. «Баллада любви». Thank you.
Спасибо большое. Вот такая баллада о любви.
Ну и в завершении нашего вечера. Да, правильно, я чуть не забыл. Самая веселая наша композиция с самым грустным названием. Она почему-то называется «Грустница». Но композиция веселая, но грустница. Вот такая непонятная эклектика получилась. Thank you.
Александр Бакунин, бас-гитара, Ярослав Грабов, клавишные инструменты, вот так вот наши тринос. Спасибо большое, что вы пришли сегодня, поддержали нас. Спасибо большое, что ходите на инструментальную музыку. Это очень для нас, ну, впрочем, как и для вас, наверное, очень важно. Спасибо еще раз. Петр Ившин, Александр Бакунин, Ярослав Грабов.